К другим темам. В Алматы появилась еще одна бесплатная спортивная площадка для детей. Построить ее помогли активисты и спонсоры. Шанс начать здоровый образ жизни теперь есть у тех, кто не может оплачивать дорогостоящие секции. Кружки в основном стоят от 10 тысяч. То есть если один ребенок, еще как-то можно это организовать. А когда в семье трое, четверо и больше детей, то уже всех невозможно охватить кружками. Такие площадки – это очень большая помощь именно для мам. Потому что дети могут заниматься на улице, они могут активно двигаться. Вместо ржавых турников здесь появились новые современные спортивные снаряды. Футбольное поле, беговая дорожка, настольный теннис и площадка для стрит-воркаута. Сразу после открытия многие приступили к тренировкам. Профессиональные наставники уверены, что подобные сооружения помогут молодым и талантливым спортсменам раскрыть свой потенциал. Дети вначале, они сами не знают, чем они могут заняться в жизни. Им нужен первый толчок. Начинают играть в футбол на таких вот площадках, теннис, там, баскетбол, воркаут. И после этого у них появляется искра, которая может зажечься и перерасти в что-то профессиональное.